Так, теперь время, что-то мне не понравилось, это все вернул на края свои, на круги свои. Так, Ctrl-R. Вот здесь. Не, да? Не хотим? Не хотим, да? А я тоже не хочу такое этот делать. Так, ребята, тогда мы вас просто нарежем, да и все, господи, дело там. Смотрим сверху. Берем ножик. Ставим точку сюда. Поехали. Сюда. Сюда. И вот сюда. Есть. Для чего я это сделал? Я хочу сделать поребрик, но не такой большой. И я сделал его не там. Ха-ха-ха. Я хотел его сделать вот здесь. Вот этот. Порезать. Потом. Вот этот и вот этот. Так, а что не довел? Вот этот и вот этот я хочу. Вот так. И здесь то же самое. К. Здесь и так. Ну а тут я могу просто подвинуть вот эти вот. Не заморачиваться. Так, что будет по иксу. Вот так. Потому что мне нужен вот этот поребрик и не толстый. Такой я сильно толстый не хочу. Моя мастерская, что хочу, то делаю. Так, Е. Кстати, откуда здесь вот это вот? Секунду. Вот этот, как мне нужен элемент, все, теперь можно. Выбираем. Иногда бывает быстрее по одному, правда. Вот так поребричек подняли, все отлично. Далее поставим здесь кубик. Ну, такой, знаете ли, кубический кубик. Поднимаем наверх. Подождите. Что-нибудь выделено? Ничего не выделено. Отлично. Поэтому кубик. Куб. Наверх его. Уменьшаем. Такой вот кубик будет стоять вытяжной большой. В цеху нужен вытяжной. Куб. Так, смотрим. Сюда. Тянем.
Не туда потянули. GX сначала. Так, и теперь имя вот сюда один поставим. И опустим. Ну, далее мы его выделим здесь и скажем вот в этой грани, ну, можно сказать, и так и задвинуть это внутрь с помощью вот этого приборчика. Так, хорошо. А отсюда нам надо вывести две трубы. Такие дудумс, сюда вот дудумс. Как нам лучше их сделать? Так, если мы вот... Это что у нас там? А, это вот что. Если мы это отключим все, оставим одну трубу, нам будет легче. Мы сделаем так. Мы возьмем сейчас цилиндр, перевернем его, во-первых, столько нам не надо, порядка 16 вполне хватит. Так, маленький сделаем вот такой и невысокий. Хотя нет, пускай такая будет. И перевернем по оси Y. На 90 градусов. Вот так. И теперь потащим его туда, куда он должен стоять. Ну, сначала, в принципе, мы можем с вами с ним поработать. Или лучше все-таки на место поставить сразу G. На место сразу видно, что он слишком огромен. Огромен труп этот. И тащим сюда G. BX. И выше. Вот так. Не постесняемся, скажем так. Хорошо. Ну, а дальше у нас интересная такая штука. Делаем так. Первое. Мы выделим вот это. Встанем в позу. И тут я хочу попробовать. Я хочу поставить вот сюда. Сюда я его хочу поставить. Не знаю, в прошлый раз пробовал, ничего не получилось. А вот это сказать, что GetMod, ObjectMod. А вряд ли так получится. Поставлю-ка я его на место. Сделаю это вручную. То есть я хочу сделать так сейчас. А Е немножко подвинуть сюда. И сказать R. Опять Е. Еще раз R.
И опять Е. Сказать Р. Да. Еще раз Е. Еще раз Р. И последний раз. Да, вполне хватит для того, чтобы сказать Е. Подвинуть чуть-чуть. И я внутрь. Вот так. Вот так. Ну и сказать, что нам нужна еще одна такая штука. Не получится сказать. Так, вот теперь П отделяем, и можем уже ее руководить, то есть Shift-D, надо выделить сначала, Shift-D по Y, куда? И так будет хорошая штука. Да. А здесь нам надо поставить коробки с вентилятором. Для этих коробок с вентилятором тоже нужны трубы, но трубы своеобразные, трубы, так, где у нас курва, вот она, эта курва, так, сейчас мы ее обработаем, вот, гофрированный я хочу сделать, так, ну-ка, если он смотрит сверху, да? G. Так. А это наверх. Так, да? Ну да, примерно. Единственное, что может быть поднять немножко наверх. Ничего она не хочет двигаться. Правильно, не хочет. Так, сделали. Теперь нам нужно сделать гофру. Гофру сделаем так. Мы возьмем цилиндрик,
Вот он наш цилиндрик, да? Мы немножко его по-другому поставим, так? По высоте вот так. Вот тут тоже вот так. Угу. Вот. Выделим вот эту, скажем, и так. Немножко поднимем наверх с помощью е. Вот так. И в принципе все, наверное, можно еще чуть-чуть поднять. Пускай они друг на друга залазят. Так, а здесь, вот в этих двух ребрышках, вот это и вот это, мы сделаем Ctrl-B. То есть вот так чуть-чуть. Отлично. Теперь вот это надо расположить вот здесь. Хорошо сказал. Вот это. Если нам пойти в курву, нет, сначала не так. Так, давайте его на папа поставим. Так, это будет R по Y 90 градусов, минус 90, вот так. И сначала мы с вами пойдем в Ray. Вот в Ray пошли, сказали по X не пойдет, так, 0, 0. А здесь пойдет. Нет, здесь тоже не пойдет. Почему-то позета решил. 0. Позета 1. Ну, где-то вот так. Может быть, чуть меньше. Вот так вот. Вот так сделать. Хорошо. А вот теперь. Ну, не знаю, получится, нет. Мы должны это развернуть. Всегда загадка для меня. R. R по Z на 90, минус 90. Так, и теперь попытаемся. Так, возьмем тоже модифер, возьмем курву, и в курве скажем, курва у нас BCR курва. Так, она встала, но неправильно. Попробуем развернуть ее по Y. По Y, ну, по плюсовому Y, вот так. Ну и теперь R. Все отлично. Странно, но все получилось. То есть вот такую штуку мы сделали с вами. А теперь надо сделать сами вентиляторы. Так, что здесь делаем? Да, мы сейчас превратим сразу это в объект. Конвертируем мышь. А, нет, так не получится. Так, надо сначала сказать array. Доброе утро. Apply. Здесь сказать apply. Но после этого это вообще не нужно нам. Нужно ее удалить. Вот, хорошая гофрированная трубочка получилась, отлично. Можно было, конечно, закругленное сделать, но того не стоило. Так, сейчас мы ее перевернем. Объект set origin, оригинальная геометрия. И мы ее по оси, R по оси X на 90 градусов поставим. Вот так, наверное. R, Z 180 градусов. Вот.
и поднимем наверх. G по Z. Все остальное можно включать. То есть здесь у нас будут три коробки с вентиляторами. Сейчас сделаем меш, куб, поднимаем. Так, это будет джип по Z. Делаем маленький на тюльлих. Тюльлих, тюльлих, алис, кля. С по Z. Это плоский будет у нас штуки-дрюки. И еще раз уменьшаем. Так. Теперь нам надо здесь внутри сделать отверстие. Выделим только вот эту. А, ну мы ее прилепили, понятно опять. Б. Да нет. Так, здесь сделаем так. Subdivision. Далее берем эту кнопочку, точечку и говорим Ctrl B. Извиняюсь, мы говорим Ctrl Shift B. Вот. И говорим, что нам надо его превратить. Вот такую интересную окружность. Да? И сказать и опустить ее вниз. А сюда поставить вентилятор. Вентилятор мы сделаем следующим образом. Так, мы возьмем теперь какой-нибудь цирклю. Допустим, я у нас поднимем наверх. Вот она у нас. Уменьшим. До нужного размера. Вот так вот. Посмотрим сейчас. Где ты? Дальше мы скажем F и I. Начнем ее. Сожмем, к примеру, вот отсюда. Я не посчитал, сколько у меня там лепестков, зараза. Вот это плохо. Раз, два, три. Через три, если делать. Через три. Раз, два, три. Еще раз три. И не получилось, да? А, ну тут правильно. Так, и раз, два. Значит, не хватило нам одной. Или сколько? Так, у нас
Раз, два, три. Их раз, два, три, четыре, пять. Шесть. Шесть и три, 18. Между ними... Раз, два, три, четыре, пять. Так вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть. Шесть по три тоже 18. Значит, нам надо 36. Удаляем этот цилиндр. Удаляем его. Смотрим, нет ли ничего выделенного. Есть, конечно. И берем теперь этот вот, ставим сюда. Сверху смотрим. У нас здесь должно быть 36, да, цифра. Понятно. Так, сейчас и сделаем. Так. Мышь. Циркл. 36. Так, и этот 36 мы делаем перво-наперво. Побольше. Теперь переходим в input. Так, F есть. И берем теперь I и тянем. И должно получиться. То есть мы берем раз, два, три. Три пропускаем. Раз, два, три. Три пропускаем. Раз. Сейчас получилось. Мы даже можем посмотреть и сказать, может быть, нам надо не 3, а 4 делать. 4, 4, 4, 4, 4, 4. Вот так оно будет лучше. Угу. Дальше мы скажем Select Invert. И этот инверт мы удалим. Тоже неверно. Почему? Потому что надо только вот эти удалить. Секундочку. Вот. Это не трогать. Так, фейсы удалили. Так. Теперь выделяем все. Тянем наверх. Е. Вот так. Можно было бы, конечно, изогнуть эти лопасти, но я думаю, что тут не видно это будет ничего. Почему? Так вот. Е. Так. И. И. И вниз.
И еще раз Е и нейра. У нас хоть поле, но это у нас не игра, поэтому можем не волноваться. Так, теперь смотрим вот этот ящик. И говорим ему, вот. Для того, чтобы нас понял клейшот, мне желательно собрать вот это вот вместе. Тогда воспримет это как круглую дырочку и не будет пытаться перекрыть тут. Видите, вот нету ничего. Вот он кейшот, это рендер, он начнет тут закрывать автоматом. Хотя его никто об этом не просит, конечно, да. Но вот так уж он устроен. Поэтому я немножко задержусь на этом. Но зато я сделаю теперь 100% буду уверен, что у нас кейшот нас не подведет. Прекрасно. Но я не хочу квадрат. Поэтому я такой, чтобы вот эту вот часть немножечко удлинил. G по почему? По Y надо, по X. Вот так. Далее берем вот эту вот штуку и пристраиваем к этой. Смотрим сверху. Сюда она надо маленькую сделать. Это вот такую, наверное, да? И ведем туда, мне и положено быть здесь. Смотрим. Так. Двигаем немножко G по Y. И говорим Shift D и тоже двигаем по Y. Вот такую штуку сделали. Красиво. Берем все вместе. Это. И ставим уже на крышу. Вот тут немножко в сторонке. Говорим Shift D. По X, мне кажется, это нет. По Y, что ли? Да, по Y. И еще раз Shift D. Еще раз Y. Вот. Дело такое, вентиляция должна быть. Пускаем вниз. G по Z. Вот так вот. Раз. Не утапливать ничего. Так чуть-чуть. Готово. Вот так. То есть с крышей закончили. Потратили 34 минуты. Нифига себе. Ну давай.